Добрый день, друзья. Евгений Гордеев из Смоленска. Сегодня я предлагаю вам маленькую такую мини-поэмку, которая называется «Русь». Она написана в 1979 году. И несмотря на то, что ей уже 21 и 17, 38 лет, я думаю, что то, что в ней написано, до сих пор не потеряло своей актуальности. Итак, Русь. Несчетно раз, о Русь, твою изведал силу тот недруг, что ковал в железо твой народ. Но ты всегда жила, страдала и любила, но враг твой отступал, и россы шли вперед. Да, скифов помнишь ты, Литву и крестоносцев, и Золотой Орды, кровавые века, но не убить мечты, что в сердце носят россы, восстать из темноты, сверкнув лучом клинка. Разверзли жаркий зев московские пожары, народ Москву палил, чтоб не отдать врагам. Но страшен русский гнев, восстал молодой и старый, и пал уже Париж к твоим, о Русь, ногам. И щупали худых парижских куртизанок твои герои, Русь, ворвавшись на Монмартр, и головой поник, и стал смешон и жалок ничтожнейший француз, великий Бонапарт. Но вновь Руси страдать и гибнуть русским людям, и снова на народ несчастья падут, запомним навсегда и помнить вечно будем героев-моряков Цусиму, Монзунд. О, Русь, твои сыны еще сильнее стали, могучую Антанту развеяв в пух и прах, и новый светлый мир из пепелищ создали российские атланты в обмотках и в лаптях. Нет, Русь, не воин ты, ты мать, строитель, жница, тебе бы хлеб растить, достроить города. Но черные кресты, фашистские убийцы, на карту наносить уж начали тогда. И были Бабий Яр, Рядовка в Смоленске, был Маутхаузен, Майданок, Бухенвальд, и шли за ярдом ярд, шли по земле советской, шли как на хаос полчища солдат. Но вновь Россия-мать сынов своих подняла на Курскую дугу, под Оршу, в Сталинград. Земля даже рожать на время перестала, там, где железо, сотни тонн лежат. Отчизна-мать, 7 с лишним миллионов ты потеряла на полях войны, и не дано понять Вильгельмом и Бурбоном, в чем сила нашей сказочной страны. За Русь, за отчий дом, за села и деревни, за женщин и детей мы поднимали рать, ведь наш священный долг, как делали издревле, земли своей родной врага с позором гнать. Несчетно раз, о Русь, твою изведал силу тот недруг, что ковал в железо твой народ. Ты будешь вечно жить, страна моя, Россия, кто меч на нас поднял, тот от меча умрет. Ну вот,
Я повторяю, во-первых, спасибо, что вы выслушали до конца, а во-вторых, я повторяю, что это стихотворение, мини-поэмка «Русь», написанная в 1979 году, ему уже 30, как видим, 8 лет, 38 лет, оно, мне кажется, и сегодня не потеряло актуальности, потому что кое-кто и сегодня бряцает оружием, теребит под столом ядерную кнопку, а может и не кнопку, но что-то там теребит. И наша страна, наше отечество, родина наша, Русь, всегда готова к адекватному ответу на любое вторжение и на любое попрание интересов российского народа и государства. Спасибо вам, Евгений Гордеев из Смоленска. Это была моя мини-поэма «Русь». Всего вам доброго, здоровья, счастья, храни нас всех Господь.